Всем привет, подписчики, с вами Осич, и давно меня не было на Ютубе. Да и смотрю, вы повзрослели. Обязательно подписывайтесь на мой Ютуб-канал и Телеграм-канал. Там будет куча крутых конкурсов с розыгрышем бесплатного звездного абонемента FIFA Points. Также много активности для вас и новости мирового футбола. Ну что ж, приступим. Вот и делаем мы первый наш запуск FIFA Mobile. Так, ладно, FK Mobile. Что-то у нас тут уже поменялось за время нашего отсутствия. EA Sports. It's in the game. EA Sports, what's in the game? Ничего не поменялось, видим лиги, Лига Чемпионов, а раньше этого не было, кстати. Введите свой месяц и год рождения, так, сколько нам вообще лет? Я этого не помню, но ладно. Нас встречает Винисиус Джуниор. На главной заставке в игре, скачиваем какие-то файлы, ладно, ждем, скачивается. Ну так что, вот, спустя 2 года и 2000 попыток подключения к VPN, мы наконец-то входим в FK Mobile. Первый наш запуск за последнее время. К сожалению, нам ничего не далось за наши былые заслуги перед FIFA Mobile, к сожалению. Так что давайте попробуем вообще поиграть в эту игру и пройти банальное обучение. Винисиус нам рассказывает, что нам делать дальше. Будем изучать удары. Давайте посмотрим. Вау, хотя бы картинка интерфейса уже достаточно другая, это прикольно выглядит. Так, нажмите для удара, удар поворотом. Так, а где клавиатура? А, ну все, затупили. Все, этот футболист умеет пинать мяч, он точно будет в нашей команде. А вот и сам джойстик, добавили в эту игру джойстик, наконец-то. Бьем в девяточку, точно в девяточку Дженсен зарядил. Этот игрок точно будет нашим нападающим, поворотом он попадает. И нам выпадает первый пак FIFA FK Mobile, забываюсь. И давайте его откроем. Вот это звук. И... Все? А где моя дворовая футбольная команда, которую я хочу, чтобы мы достигали? Так, Винисиус нас дальше обучает навыкам дриблинга. Так, теперь нас учат просто бегать с мячом. В принципе, так делает, наверное, каждый игрок сборной России. Так, а теперь мы будем еще и ускоряться против Маклемана. Так, я не знаю, зачем нам часы наши высветились. Ну ладно, бог с ним. Все, это мы сейчас легко сделаем. Оп, оп, одного, второго, третьего прошли. Все, это точно наш Вата. Чё, Вата? Ну ладно. Вата хорошо забил, это замечательно. И как празднует, как он танцует. Точно будет праздновать голы и забивать. Это наш игрок. Открываем пак. И как выглядит набор повышения самоцвета? Это наши первые самоцветы в игре. А также, кстати, не забываем, что у нас есть группа ВКонтакте, в которой также публикуются новости, будут в дальнейшем розыгрыши. И все то же самое, что в Телеграме, только в ВК. Ссылочка в описании. И мы забираем наших первых игроков в команду. И это наши основные игроки будущего состава, которые будут играть на постоянке. Монеты. И вот он. Вата. Наша Вата будет в команде. Точно нападающий. Точно хорошо танцует после того, как забивает голы. И он будет у нас играть в команде. 7 бронзовых игроков. Это точно весь стартовый состав нашей дворовой команды, которая будет играть против суперсильнейших команд в этой игре. И наша дворовая команда с рейтингом 64. Кстати, подписчики, напишите, какой у вас OVR FIFA Mobile уже сейчас, на данный момент. Мне очень интересно будет почитать. Мы хотим выпустить Вату в нападение. Нет, мы хотим Вату в нападение. Вата у нас главный форвард в нашей команде. Это тот игрок, который будет у нас забивать. Хотя он не соответствует стандартам нашей дворовой команды, потому что это бронзовые игроки, которыми мы будем показывать всем, что можно выигрывать и без доната в этой игре. Но продолжим. Вата в команде, а это значит, все у нас будет хорошо. Все будут залечены, и мы будем забивать голы. Let's go! Так, пас верхом в разрез. Вата еще умеет накидывать. Я же говорю, это гарантированно нападающий. Будущая легенда футбола. Запомните мои слова. Теперь нас будет тренировать в защите Винисиус Джуниор, который является нападающим в Реал Мадриде. А за какой клуб болеешь ты, кстати? Напиши в комментарии. Я болею за Реал. А ты? Жду твоего мнения в комментариях. А теперь мы будем обучаться в защите. Воу. Пленанти. Замечательная фамилия у данного игрока. Я думаю, все комментаторы, которые произносят ее, еще не с первого раза ее выговаривают. Но это замечательно. Он хорошо отбирает мячи. Это будущий наш защитник команды. И вот оно. Те самые будущие игроки стартового состава, которые нам сейчас выпадут. Смотрим. И наш игрок это... Ёб твою мать. У него лицо такое же, как будто, как и у меня сейчас, когда я пытаюсь выговорить его фамилию. Без произношения. Хороший игрок и еще 7 бронзовых игроков. Причем нам, кстати, сейчас скажут, похоже, вот этого игрока добавить еще в команду, наверное.
Нет, я вату не хочу менять. А, мы изучаем самого игрока вата. Ну, что-то у него лицо какое-то ватное немного, но я думаю, это просто он устал после того, как сейчас мы тренировались. Так, автоподбор. То есть мы отдадим... Так, вы чё? Я Агуна не хочу отдавать. А что, у меня был состав? И травку я хочу, вы чё? А куда травка-то уйдет? И Мюллер? Да тут целый состав супер игроков. С травкой, Агуном и Мюллером мы могли бы всех перебороть, но в итоге мы должны их пожертвовать, к сожалению. А, нет, травка осталась. Все, травка точно будет центральная, у нас полузащитник. Быстрый матч. Подождите. Нам надо сменить. Я хочу травку в полузащите видеть. Играем против Реал Мадрида. Мы еще и ведем. Наша задача хотя бы не проиграть в этой игре. А можно травку выпустить? А вот, нифига себе, как изменился геймплей игры за это время, пока я отсутствовал. Как все красиво. Вот это красота. Я хочу травку. Где травку? Я хочу выпустить травку. К сожалению, травка не сыграет в нашей этой игре, но ладно, продолжим без травки. Эрлинг Холланд. Грилиш пас разрез. Эрлинг Холланд. А нет, это не Эрлинг Холланд. А нет, это все Эрлинг Холланд, верно. Финт, какой замечательный финт. Удар, и это гол. 2-0. Эрлинг Холланд забивает. Нападение, и можно как-то праздновать голы? Эрлинг Холланд, как всегда, в подкате и уехал за бровку праздновать с болельщиками данный гол. Это замечательно. Пас в разрез Эрлингу Холланду. Это даже не в разрез, а навес. И вратарь перехватывает мяч. К сожалению, не получилось у нас продолжить атаку. Но, в принципе, инициатива была хорошая от наших игроков. Альварес. И вперед. Вперед. Бернандо Сильва бежит. И там слева на фланге Эрлинг Холланд. Ему пас навесом. И это Альварес. 3-0. Ну, конечно, мы играем сильной командой против сильной команды. А мы должны играть нашей дворовой. Чтобы у нас были честные условия. Ковач бежит по флангу. Он прорывается по флангу. Справа Бернандо Сильва. Пас Альварес. Альварес. Холланд. Холланд. Ах, какой замечательный сейв сделал вратарь. Угловой. Тео Уолкер. Мимо ворот, к сожалению. Но удар был достаточно хороший. И мог нанести угрозу команде соперника. Перехватывает. Отдает Гальвара. Конец матча. 3-0. Мы победили в нашем первом матче FIFA Mobile. Как же они радуются. Это просто чемпионы. Да, они... Реал Мадрид огорчен. Манчестер Сити выигрывает Кубок Лиги Чемпионов. И такое, и Эрли Коллан сам лично поднимает. Как он срато его поднимает, конечно, но ладно. Он даже его не держит. Кубок в воздухе. Ну ладно, это замечательно. Замечательная победа. Замечательной команды. Мы победили в этом матче. Опыта 100. И вот наш... Кудряш, будем его так и называть, наш новый игрок основного состава. Валерия, ну короче, Валера тоже радостный будет в нашей команде. А этот что-то не рад, этого уберем. Ой, шоколадочка, все, эмблему. Вот тут, кстати, мне интересно, а тут Зенит есть? Введите имя, как же нашу команду будет звать? Чушпаны? Не, ладно, слишком. Интер Майами. Популярная команда на момент, которой играет сам Лионель Месси. Поэтому выберем эту команду. Потому что не хочу искать арабскую, где играет Криштиану Роналду. Аль-Наср, сори, извините. У нас, кстати, 65 ОВР. А пишите в комментариях, сколько вы уже собрали ОВР состав. Мне реально интересно. Добился уже кто-то сотки или хотя бы 90, я просто не знаю. Жду ваших комментариев под этим роликом, понравился он вам или нет. Обязательно подписывайтесь на канал, на Телеграм, потому что там куча крутых розыгрышей. Обнял, поднял. До следующих видео.